Добрый вечер. Я вас приветствую на моем канале Афроманго Мукбанго. Виноградик и шмиш. Сладкий медовый виноград. Присоединяйтесь со мной, мои дорогие любимые подписчики, будущие подписчики. Кушайте фрукты. Да, кушайте фрукты, ягоды, фрукты, овощи, арбузы, дыни, пока это есть. Скоро этого не будет. Ну, я имею в виду арбузы и дыни. А даже если будет, то очень дорого. Зимой особенно эти арбузы, дыни стоят дорого. Сегодня прочитаю про кота обязанности. Обязанности кота. Так что дождитесь конца видео, пока я съем виноград. Очень вкусный. Люблю кишмиш, потому что нет косточек. Желтоватый, да? Желтоватый кишмиш. Мишкиш. Ставь лайк, если любишь виноград. Сладкий, вкусный. Как семечки. Щелкаешь их. Очень мясистый. Хороший виноград. Thank you.
Ну, слегка кисленький, конечно. Сладкий, но слегка кислый. Все-таки кислинка тут присутствует. Очень сочный. После такого винограда и пить не хочется. Еще. Угу. Что, приступим к чтению? Домашние обязанности кота. Кот должен каждое утро напоминать человеку старую пословицу: кто рано встает, тому Бог дает. И чем раньше встанет человек, тем больше ему, а заодно и коту, даст Бог. Кот должен отучать человека от такой вредной привычки, как храп. Для этого вполне достаточно сунуть лапу или же свой пушистый хвост в открытый рот храпящего человека. Кот должен сам время от времени устраивать влажную уборку в доме. Для этого вполне достаточно вытащить из кухонной раковины губку для мытья посуды и, перетащив ее,
комнату разорвать на мелкие чаще, части. Так удобнее делать уборку. Супер. Ну что, ну вот. Прочитал шутку про кота. Так, может еще что-нибудь интересненькое. Сейчас. Так. Так, это я уже читал. Сейчас. Извините. Угу. Почитаем пока отрывной календарь. Веселый. Веселый. Так, звонок в дверь. Кто там? Тимуровцы. Воды наносить, дров порубить. Кто? Тимуровцы. Магазин сходить, пол помыть. Кто? Кто? Твою мать, тимуровцы. Обед сварить, батарейки в слуховом аппарате поменять. Кто, кто? Тимуровцы. Да. ЧПовцы. Тимурова команда, да. Угу. Есть такой фильм. Я знаю. Дайте жалобную книгу, рубрика. В кассе часто продают по 2 билета на одно сидячее место. В результате одно, которое не такое наглое, оказывается стоячим. Да. Так и есть. В магазине продавались говяжьи губы. Я удивился и спросил, для чего их продают? А продавец мне ответил, чтобы целоваться. Кошмар какой. В вашей парикмахерской не додушивают посетителей. Про корову-то прочитай. Про корову? А, я тут это самое. Я не знаю, где я это не заложил. Надо искать. Ты так не помнишь, что ли? Скажи, как помнишь. Чтоб не убежало молоко, то что нужно сделать? Чтоб не убежало молоко, мне нужно... Нужно. Нужно... Что? Корову... Привязать. Привязать, да. А, правильно. Привязать корову, да. Диалоги оператора с абонентом. Оператор. На кого оформлен договор? Абонент. На тещу. Только я фамилии ее не знаю. Оператор, а как вас зовут? Абонент, не знаю, новая теща.
ходить в супермаркет на голодный желудок — плохая примета. Денег не будет. Место клизмы изменить нельзя. Ужас ты какой. Не к столу сказано, сказано. Да, не к столу сказано. Да, так перековеркали, что... Ну, смешно. Ну, смешно, да. В нашем магазине есть все, что вы хотите, но не можете купить. Сейчас цены сумасшедшие. Диалоги оператора с абонентом. Абонент. Алло, девушка, у меня проблемы. Я карточку не могу активировать. Оператор. А как вы ее активируете? Абонент. Включаю телефон и набираю. Оператор. Что вы набираете? Абонент. Секретный код карты. Оператор. И что вам говорит система? Абонент. Какая система? Мне пожарный отвечает. Абонент. Алло, девушка, здравствуйте. Подождите, пожалуйста. Я вам сейчас перезвоню. Люди, не убивайте комаров. В них же течет наша кровь. Да. Ваша кровь. Да. Она там не течет, она там находится.
СМС от воспитанного мужа. Матом тебя прошу, иди домой. Mm-hmm.